как в детстве. Сейчас шандарахнешься, как в детстве. Боишься за меня? Тебя потом в травмпункт тащить. А дядя Слава мне голову оторвет. Папа, боишься. Играют. Маришка, у тебя просто прелесть. Да. Орешка, у тебя просто прелесть, Слава. А время, оно, раны все лечит. Продолжим. Ты графинчик в буфете возьми. Да что мы ее сейчас... Лечь, возьми. А помнишь, как ты меня домой на руках тащил? Когда я ногу подвернула? Не помню. Не помнишь? Блядь, что за шум, а драки нет? Нормально все. Не помнишь? А я помню. Не знаю, почему ты забыл. Так, вариант. Из-за этой своей. Ну, отдай. Ну, сейчас-то я нет. А я рядом. И всегда буду рядом. Всегда-всегда прям. Федь, ставлю чай. А, ну давай. А мы со Славкой еще по рюмочке. Да, Слав? Ну давай, говори, что хотел сказать. С чего ты взял? Дают тебе такой, как будто сейчас слона родишь. Ох. От разведчика ничего не скроешь, да? Давай, может, завтра по трезвому, нет? Давай, давай, сейчас. Давай. А у нас ЦК на самом верху. Недовольны тем, что ты не согласуешь с нами свою позицию по Афгану. Вон там родители как раз на веранде свадьбу нашу обсуждают. Ну, а теперь спроси меня, согласна ли я. Ты шутишь? Нет. Вот ты вернешься из Кабула. Вот как? Без меня меня женили. Разве ты против? Против. Прости, Мариан. Дурак. А я себе руку страла. Ты меня не слышишь? Пока еще не поздно. Войска из Афганистана необходимо выводить. Если мы выведем войска из Афганистана, туда тут же войдут американцы. Будут стоять у наших южных границ, в самом нашем подбрюшье. Знаешь, это еще бабушка надвое сказала. Это проверенная информация. А что будет с теми ребятами, которые сейчас там с нами сотрудничают? О них ты подумал? Я думаю о наших пацанах. Ты о себе подумай. Ты знаешь, что мне Крючков вчера сказал? Если он, ты, не перестанешь дуть в уши генсеку, убирай его. Ну, а ты чего? А чего я? Сказал, что мы друзья. Придем к чему-нибудь. Ладно. Извини, что я так завелся. Да нет, ты-то мне прости. Я ж понимаю, ты не просто так прогибаешься. Ты же все это искренне, да, Слав? Ну, хватит, а. Хватит, а то сейчас сцепимся. Давай. Живет. Зачем он так?
так со всеми. Как теленок глупый. Ну, ты не думай, мы его воспитаем. Я его папу воспитала и тебе помогу. Народ, ну вы где прячетесь? О. А что случилось? Че, глаза на мокром месте? Ничего, просто щипит немножко. А Митька где? Федя, вот только не надо мне сейчас вот это вот все, ладно? А чего с рукой? Пала просто, ничем. А все вот потому что вот... Федь, уйди, уйди, иди. Слав, ну нормально все. Найдется. Кто найдется? I moved with my family from Soviet Union about 1 year ago, and it was a really hard time for us. Excuse me, just one second. Говори, ты видела его? Прежде всего, прими мои поздравления. Ты видела его? Видела. Он что-нибудь мне передал? Нет. Не волнуйся. Ты очень скоро его увидишь. Он будет в Кабуле, в Афганистане. И мы тоже. То есть? Да. Кабул в оккупации. Я буду готовить репортаж и возьму своего фотографа. Если ты хочешь, разумеется. Шутишь? Тихо, тихо. Успокойся. Успокойся. Пойми, мне же ассистент нужен. Помощник, а не безумная белка. Там будет непросто, больше того, опасно. Нам придется нелегально переходить пакистанскую границу. Ты готова к этому? Я ко всему готова. Чудно. Я выйду на минуточку. Анечка. Спасибо. Так ты подумала об этом? По поводу премьеры Скорсезе? Да, я подумала. Я не пойду. Анна, мы можем это сделать завтрашним вечером или на следующей неделе. Нет, ни завтра, ни в какой другой вечер. Чарльз, я тебе очень благодарна за все, что ты для меня сделал. Но я бы предпочла остаться друзьями. Пожалуйста, прости меня. Добрый день, Бэйнс. Привет, ты как всегда вовремя. Спасибо. Итак, давай обсудим детали операции без лишних ушей. Мы нелегально попадем в Афганистан через границу с Пакистаном. Отлично. Рыжий встретит тебя в Джалалабаде. Соваться без него в Кабул слишком опасно. Что касается нашего товара, если Советы выведут войска, то, скорее всего, мы потеряем наш канал поставок. Кстати, как ты собираешься пересечь границу? У меня есть надежный проводник. Думаю, с этим проблем не будет. Хорошо. Готовься к отъезду.
Товарищ майор, операцию выполнили, но, товарищ майор, простите, не смогли. Что не смогли? Не смогли уберечь. Где Серега? Серега, где? Сердце на вылет. Люди Рашида. Среди духов был европеец, рыжий, агент, наверное. У него вот это вот нашли. Гвардии капитан Кротов. Митя. Митя кто? Дмитрий Савельев. Курсант 4-го курса Дмитрий Савельев. Можно просто Михаил. Значит, вы, Михаил, охранять меня будете? Не, братан, охранять будешь ты. Мой сон в кабульском гарнизоне. Я бы предпочел общение на «вы». Да ладно. Горшок сам себе выносишь, Митя. Я вас как-то по-другому представлял. Это ничего. Привыкнешь. Значит так, записывай прямо в мозг. Дальше, чем на 3 метра, от меня не отходить. Всегда держаться на виду и все мои приказы выполнять беспрекословно. Внял? Я вообще-то не вам подчиняюсь, товарищ капитан. Вот я и говорю. Привыкнешь? Обосрался курс. Сядь на место. Это, а? Не успели прилететь. Афган злой! Здесь всегда так, товарищ майор! Кубасти! Шурасти! Пропал пацан по глупости! Да, Митя? Это вы про себя, что ли? Да ты прям Жванецкий, я погляжу! Так точно. Товарищ майор, там погрузка. Откройте гроб. Нельзя, товарищ майор.
Я вам приказываю, бойцы, по-человечески попрощаться хочу. Он запаян, товарищ майор. Да дайте с братом попрощаться! Давай, пошли! По окружной поедем! Курс! А? Не зависай! Автодочер. Автодочер. Номер записал. Стоять на мечтагоду. Беру харес. Скала. Дай березку. Салам алейкум, уважаемый Борис Бродар. Как ваше драгоценное здоровье? Майор Хадабар очень вас беспокоит. Что, что, что? А, хорошо говорю по-русски. Ну, в Москве же учили все. А тут такое дело, один УАЗик в аварию попал. В общем, стукнул Тойоту моего человека и уехал. Номер запомнили? А не могли бы по номеру мне час пробить? Не-не, мы сами разберемся. Конечно, поедем, посидим, поговорим, халву покушаем, шашлычка поедем, ну, в общем, договоримся. Эй вы, придурки, кто стрелял? Извините, товарищ майор, козы к минному полю близко подошли. Я подумал, еще взорвутся, перепугают вас. Вот и отогнал. Это ты меня перепугал, идиот. Еще раз пальнешь, отправлю на губу. Да-да, нет-нет, все нормально. Это мы так коз с минных полей гоним. Номер, в общем, такой. 74-72-МНШ. Ну, Масуд, Наджибула, Шурави. Случай курьезный у нас произошел. С колхоза пропал поросенок, и колхозное поле, где свиньи паслись, оно было на одной стороне. Ребятам потом в части расскажешь. Ну что, привыкай, курс. Здесь всегда так. Кто такой? Куда идешь? Турьялай Мухаммадская. К родне в Джалалабад иду. Документы есть? Жены твои? А ты кто такой? Мы с зятем границу охраняем. خوب یک دوره آمد تروالای حزب اسلامی افغانستان قرار داده که یک و نیم صد افغانی و برای خر مثل موتار حق باید سپرد بر چهار خانوم و خودون خر چی؟ ای چی رقم موتار می باشه؟ 2000 برای همه
Ну что ты торгуешься все время? Есть такса, ее комитет установил. Такса есть, совести нет у вас. Какие еще 1500 человека? Помалкивай лучше, а то мы сейчас посмотрим, кого ты ведешь под паранжой. Попробуй только. Подыграй мне, сделай вид, что тебе плохо. Господин, господин, Жанат Гуль совсем плохо. Сейчас сознание потеряет. Не лезь в дела мужчин, женщина. Но если она первенца потеряет, закончится твой род. Первенец? Что ж ты сразу не сказал, что первенца ждешь? Но вы же грабите меня. Ладно. Две за всех. Ради будущего сына. Да продлится твой род. Пошел. Фу, я думала, все. Я, конечно, смелая, но дура. Ну, это же не 5-я авеню, ты еще не поняла? Зато кадры какие сделали. Слушай, а почему-то мы сразу не могли в Кабул приземлиться, так и не объяснила. Потому что там дежурит ХАТ. Это афганское КГБ. Просто нам не дали бы работать, там всех американцев проверяют. Ну, видишь предгорье? Там нас ждет машина. И ты увидишь своего Митю. Слушай, такие приключения Митька не поверит. Коза. Оля! Что? Только что. В Баграме этот курсант сел в УАЗик и в Кабул. Погоди, погоди, какой курсант? Вот этот вот курсант. Так, и что? Смотри, фотография его была у Рыжего. Рыжий, он шел сюда с заданием, Жор, какой он нахрен мужахет? Он англичанин или американец? Так. Шел он с людьми Рашида. Кротов в свое время Рашида отпустил. А сегодня Кротов и этот курсант прилетают в Кабул. Не слишком много совпадений. Жора. Ты его хорошо рассмотрел? Да лучше, чем тебя, Жора. Это заговор, полковник. Стоп, 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 стоп. Давай только пока без выводов. Найди водителя УАЗа, выясни, кто, что, зачем. Будем разбираться, а потом уже будем делать выводы. Есть. Держать строй! Вот так вот все выгорело. А здесь у нас финчасть. Была. А сейф? Сейф. Сейф здесь. Я поставил караул, чтобы ничего не трогали, чтобы следы не затоптать. Ключ у вас? И только у меня. Займись. Давайте. Это вот, собственно, несгораемый сейф, да? Я давно просил поменять. Пожарные что сказали? Сказали короткое замыкание. Очаг возгорания, я так понимаю. Да, вот там. Пойдемте, я вам покажу. Савельев, закончишь, присоединяйся. Ага. Савельев! А, вот и... Значит так, мне смотаться кое-куда нужно, а ты, счастье, не ногой. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. На КПП предупреждены. Внял? Проявишь — отдашь. Не отдашь — получишь. Угу.
пригорела. Хотели уволить, я им гвоздей забил ту ноги. Ты что здесь? Ты опять свой дембельский просрал. Да я вернулся на сверхсрочную. Ну не могу я, вы здесь, а я там. Я его, походу, реально контузил. Я бы его месте бы не вернулся. А вот по-настоящему контузило, так это меня, видимо, мужики. Так, ну а что стоим, что не наливаем? Или у нас сухой закон в разведроте? Мы же не в союзе, мужики. Сейчас все будет. Так, где мужик? Если уйдем, то не только потеряем Афганскую демократическую республику как зону влияния, но и подарим нашему потенциальному врагу развитую инфраструктуру, построенную на наши деньги. А я считаю, надо уходить. Но перед этим полностью зачистить территорию, что до казармы и прочих военных сооружений, которые неизбежно придется оставить, то предлагаю заминировать и уничтожить. Я считаю, ничего уничтожать не надо. Это как порубить топором мебель, которую не можешь забрать при переезде. Гораздо выгоднее ее продать следующим жильцам. Подождите, это пока только соображение. А есть конкретные предложения? Да. Я подготовил доклад на эту тему. Пожалуйста. Товарищи, я хотел бы начать с сухой статистики. Наши безвозвратные потери в Афганистане уже составляют 9500 человек. Санитарные – более 25. И эти потери из года в год только возрастают. Не бывает войны без потерь. Это верно. Но что мы скажем матерям? Как мы им объясним, ради каких таких великих целей гибнут их сыновья? А интернациональный долг? Ради достижений Саурской революции. То есть матери, чьих сыновей мы посылаем на убой, должны сочувствовать революции, о которой они слышали только в выпуске программы «Время»? Ну, я вернусь к сухой статистике. Мы несем не только людские потери, у нас есть и другие. В этой папке цифры, во сколько нам обходится эта война. Разрешите? Да. Значит, вы предлагаете вот просто так, да? Просто так взять и уйти, да? Я предлагаю вывести войска. Конечно, выводить надо не сразу, постепенно. Я понимаю, что это влечет за собой серьезную разведработу, больших затрат. Да именно. Именно что затрат. Еще неизвестно, что дороже. Воевать уж точно дороже. Доклад, конечно, сыроват. Сыроват. Не хватает вдумчивой аналитики. В какой срок вы сможете дать нам окончательные рекомендации по выводу войск? 2-3 недели. 2-3 недели. Товарищи, следующее заседание Политбюро у нас 10 сентября. Федор Николаевич, успеете? Так точно. Приказ дождались, и пора домой. Уйдем ни разу пороху не нюхав. Война, я не пойму, зачем ты, сука, считаешь, что навеки мы с тобой. Колонна, утро, горы, западня. Лишь 5 минут сражалась наша рота. И вот уже тюльпан парней
двухсотых несет домой чуть раньше на три дня. Не жди меня, любовь моя, я не вернусь, мой дембель неизбежен. Мне будут петь колокола, и ты наденешь черные одежды. Ну ты композитор. Спасибо, ребят. Как обстановка вообще? Да как в гареме. Знаем, что трахнут, а не знаем, когда. Ну, это нормально. А по делу? Мелочь. Реализация, разведработа. Про Рашида слышно что-нибудь? Рашид больше носу не кажет. Басов с медсестройской решился. Но уколы к ней ходят. Ты рублеешь. Может, я не жениться хочу. Как в прошлый раз на месяцок. Да его на больше не хватает. Давай за тех, кто вышел из боя. Так, всех свидетелей опроси. Ну и так, на подхвате. Будет сделано. А сейчас разрешите отлучиться? Куда? Ознакомиться с полком. С полком разрешаю. За периметр не ногой мне. Есть. Вернешься, не шуми. Выспаться хочу. Не переживайте, товарищ майор. Отдыхайте. Следствие в надежных руках. Ступай. Есть. Надежные руки. Басов, может, не надо? Нет, да не парься. Я не парюсь. Я имею в виду, что можно было и в каком-нибудь другом месте взять. Сейчас в моей медсестричке все и возьмем. У меня все схвачено. Здравствуй, Танюш. О, мальчики. А вы не рановато ли начали, а? У нас же праздник. Нам бы чуть-чуть спирт. Не могу. Он же под замком. Подожди, у тебя же есть ключ. Но я же разведчик. Я же все знаю. Есть? Да не про твою честь. У тебя праздник, а мне потом перед начальством отчитывайся за недостачу. Ну, я тебе тоже праздник устрою. Я завтра приду. Ну, с подарками я в городе купил. Тань. Ну ладно. Сейчас принесу. Сейчас все будет. А у Ирины когда смена заканчивается, не знаешь? У Ирины? А. Ну так она же уволилась. Почему? Родила, потому что. Кого родила, когда? Вот недавно. Чуть не до последнего тут ребят штопало. А теперь живет где-то на окраине Кабула. Адрес, ты знаешь ее? Да как не полюбопытствовал. Кэп, а не твоих ли рук дело? Она еще потом твой телефон спрашивает. Сбежал от элементов. Сбежал. У меня таких херен три штуки было. Критическая масса, еще чуть-чуть и взрыв. Шучу. Ты что, не знаешь, что меня из армии турнули? Не знаю. Ну так и чего ты тут дезинформацию разводишь? Да, так. Так, да и не так. А почему она в Союз не вернулась? Ну, она же вместо... Ее батя в 60-х сюда из Союза переехал. Женился на афганке. Он погиб, когда каша начинала завариваться. Родственников СССР у них не осталось. Вернуться некому, да и некуда. Вот она и живет здесь с матерью. Ага.
Я же говорю, живем. Слушай, Басов, ты, в общем, иди к пацанам, а мне тут надо еще задержаться. Кэп. Че, Кэп? Кэп. Че? Да я жениться хочу на ней. Прекрасно, совет да любовь. Не забудь на свадьбу пригласить. Басов, ты че, дурак? Я не собираюсь трогать твою медсестру. Слово офицера. Спирта больше не дам. Ты адрес Ирины в Кабуле знаешь? Не знаю. Пиши. А, ты что? Это накладные на лекарства. Ой. Точный адрес? Точный. Я была у нее пару раз. Вещи детские отвозила. Вот. А тебе зачем? Денег должен. Спасибо, Таня. Угу. Как звать, боец? Юра. Чего ты здесь один шляешься, Юра? В мечеть иду. Ты что, мусульманин, что ли? Нет, я просто посмотреть. Ты знаешь, как таких любопытных, как ты, духи ловят? Нет? Мешок на голову, машину и в горы. А дальше как повезет, или сразу башку отрежут, или лет пять в яме присидишь. А эти ямы, кстати, Юра, у них очень интересно устроены. В хлеву находятся. И все, что из коровы вытекает, все к тебе сливается. А ты там спишь, ешь, бьешь, если дают. Так ведь Кабул наш. Наш, наш. Пока таких, как ты, с калашами, пять человек в патруле идет. И то не всегда. А пока ты один, этот город их. Усек? Боец. Короче, это залет, боец. Видишь вон девушку за стеклом? Видишь? Вижу. Деньги видишь? Вижу. Идешь к ней, передаешь ей эти деньги из рук в руки. Держи. Скажешь, что на ребенка от Союза. Понял? Про Понял. Меня ни слова, ни слова. Ну, все, не сцель, я с тобой присматриваю. Вам просили передать. Кто? Это деньги от Союза на выплату ребенку. Спасибо. До свидания. До свидания. Отдал? Да. Урок усвоил, в одиночку здесь не шататься? Есть. Да ладно. Давай я тебе до твоей части подброшу. Держи. Спасибо. Без курева совсем хреново. Понимаю. Слушай, как отсюда перемахнуть можно? Я не знаю. Да не боись ты, я не для командира. Мне свалить вот так вот. Мне вообще позарез. Сходи в автобат к механикам. Там помогут.
Русский парень уже приехал. Мне доложили. А от Рыжего новости есть? Нет, больше с нами Рыжего. Убили Шурави. Плохо. Он должен был привести ко мне американку с девочкой и сообщить, что делать дальше. И что нам теперь делать? А что ты можешь сделать? Теперь будем надеяться, что американка знает, что делать. Так что отправляйся к Юсупу и жди звонка. Да, ты прав. Эта американка умнее шайтана. Справится. Посмотрим, посмотрим. Давай деньги. Я ничего не понимаю. Он давным-давно должен был быть здесь. Кто? Мой проводник. У него пропуска, транспорт, он знает дорогу через горы. Без него мы не доберемся до Кабула. И что мы будем делать? Надо возвращаться. Мы столько прошли, чтобы вернуться. Просто, пожалуйста, просто дай мне подумать. Дай мне сконцентрироваться минуту, хорошо? Стойте! Стойте, подождите, господин Пуштун! Плиз, господин Пуштун, возьмите нас в город с вами, пожалуйста, плиз, плиз, take us to the city with you. We have big trouble. We will die here without you. I have a husband there. I love him more than my life. I will die if I will not see him. Please, Манфик Мекно. Похоже, она уговаривает тебя довести их до города. Окей. Хорошо, хорошо. Возьмите. Возьмите. Это очень дорого стоит. А ты упрямая. Хозяева? О, Слава, ты чё так рано, позавтракаешь? Да нет, Федь, выйди на два слова. Привет, Слав, что случилось? Привет, Ритуль. Ну да, случилось. Здорово. Здорово. Меня к 9 Крючкову. А тут такое дело. Горбачев прислал в комитет твою записку о выводе войск из Афгана. Ну, чтобы мы оценили. Ритуль, завари свежего чайку. Надеюсь, вы оценили? Федь, ну, я тебе нашу позицию давно уже озвучивал. Если убрать войска, в Афгане хаос начнется. Всех сторонников вырежут. И без нас 2 недели не продержаться. Ну, во-первых, Митька сейчас в Афганистане. Что он там делает? Служит. Ну, во-вторых, все это я учитывал. Просто вывести войска, конечно, нельзя. Сначала надо поменять ситуацию, сменить руководство. Кармаль через несколько дней будет здесь, в Москве, в ЦКБ, по поводу почек. Так вот, надо его с подружкой на дачу под охрану, на его место, на Джабулу. Я уверен, через несколько месяцев он установит мир. Он же ваш ГБшный, работает на хат. Нет, политбюро на это не пойдет. Мир с маджахедами — это уже не социализм, это как-то исламское государство. Ты что, хочешь убедить политбюро, что Афган отказался от соцвыбора? Это предательство, Федь. В наших интересах, чтобы в Афгане была стабильность. Славочка, чай заварил, пойдем? Ритуля, мы попозже. Спасибо. А пока там социализм, он все время будет полыхать. Ну и что нам толку от этого социализма?
Ну, если предложить генсеку другой вариант, мы проводим масштабную общевойсковую операцию, зачищаем основную часть маджахедов и выходим. Это опять новые жертвы с обеих сторон. Ну, мы лояльных не тронем? Не тронем. Я про это уже 2 года думаю. В общем, я настаиваю на своем плане, потому что это жизни людей, потому что это жизни наших пацанов. Я думаю, мы договоримся. Я тоже так думаю. Завтракать не буду. Слав, куда ты? Я варенье твое любимое из лычи сварила. Слав! Так, спасибо, не буду. В другой раз. Тогда, Кирилл. Гуля, давай, поехали. Есть. Давай, давай, чего возишься? Генерал-лейтенант Савельев у аппарата. Да, здравия желаю. Мне нужна срочная встреча с Михаилом Сергеевичем. Соедини меня с Кабуновым. Срочно! Алло, Георгий. Срочно. Запоминай. Необходимо, чтобы Кармали отменил поездку в Москву. По медицинским причинам. И вообще потерялся. Заболел на пару дней. Да, и еще. Если Савельев на тебя выйдет... Ты тоже потеряйся, понял? Что делать дальше, сообщу. Есть, понял. Всем потеряться. Дежурный, для Москвы я ушел в зеленку работать с агентурой. Вернусь через 2 суток.